Следственным отделом по Искитимскому району начата уголовно-процессуальная проверка по факту гибели 4-летней девочки в деревне Евсино. Предварительно установлено, что трое малолетних детей поехали кататься на велосипедах. Они приехали на приток реки за деревню и стали смотреть на воду. 4-летний ребенок прошла на берег водоема, скользнулась и упала в воду, стала тонуть. Дети испугались, побежали за взрослыми. Тело ребенка из водоема извлек проезжающий мимо житель села. Он начал оказывать первую помощь, однако не смог его спасти. Следователи проводят проверку по факту. Ежегодно в летний период в Новосибирской области отмечается увеличение происшествий у воды и на водоемах.